Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем Ведьмака. Со слов Йеннефер из Венгерберга, Дикая охота. Произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи, и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур Да, мы с тобой бегаем, помогаем сыновьям, дочерям этих. Идем. Что-то ищем, все непонятно чего. Весь уже этот нижний этот оббежали, пустота, ничего нету. Как ты помнишь, вообще пустое место. Очень мне, ребят, не нравится. Так, лодку мы нашли. Все пустое, даже поутать нечего. Ну, куда ты полез? Вот лодка. Ну, вот, посмотри, Геральт. Похоже, он собирался ее починить. Так, а мы где, получается, по этому? Ну, вот сюда вот надо быть еще. Следы битвы. Где-нибудь здесь сидит. Где-нибудь запрятался. Господи. Как все это долго-то. Великан гнался за ними. Да-да, потом дал пизды. Они бежали в сторону пещер. Логично. А, мне вот на ту сторону надо будет как-то пройти. Один из них споткнулся, но успел встать, прежде чем на него напал великан. В общем, весь смысл этого задания, как понимаем, мы просто их сейчас найдем, пойдем сражаться с великаном и просто дадим пизды великану, и все, на этом задание закончится. То есть мы 2 часа бегаем, их ищем просто. Выяснить, что случилось, ага. Идем выяснять. Подожди, а я убегаю, получается. А, здесь проход, что ли? Тут довольно глубоко. Не разобьюсь. Вот ты, ё-моё. Слава богу. Слава богу, что не разбился. Вот здесь есть какой-то сундук. Повешу твою башку у седла. Это будет хорошо. Чистый удар. Голова, наверное, далеко отлетела. Так, подождите, а мне что получается? Ни хера не понимаю. Все очень понятно, ребят. Чё-то какое-то большое пространство. Опять какое-то большое пространство. Мне, я уже говорил в той серии, мне не нравятся эти большие пространства, пустые. Вообще нигде, ни в одной игре. То есть я не понимаю, зачем делать большое пустое пространство. А ты что, сюда не можешь залезть? Видимо. Видимо, как-то так. Здесь золото, что ли, или что здесь? Так, мне, я как понимаю, я прыгнул, да? Откуда-то вот оттуда я прыгнул. Я могу, в принципе, наверное, здесь еще поплавать. Что-то поискать, да? Грибы, которые мне нахер не нужны. Не будем на них тратить время. У чувака была с собой тряпичная кукла. Вот это, получается, сундук в самом дальнем углу. Что же в нем такое? Вот в самом дальнем углу сундук. Как классно.
ради большого рунического камня сюда приплыл. Все понятно. Короче, идем туда налево, как я заплыл туда изначально. Там надо туда идти. Большие пространства слишком. Слишком большие пространства. Вот сюда мы пойдем. Да, я знаю, что вам ни хрена не видно, ребят. Поверьте, мне тоже ни хрена не видно. Вот сюда мы идем. Надо отсюда выходить уже. Тут какая-то прям золотая пещера, в золоте все. Кровище, дерьмище. Осматривать я это не буду. Остатки. Понятно, он шел здесь, бился. Красавчик, молодец. Респект, уважуха. Господи. Что здесь за место такое? Так вот, все взять нельзя. Что это за место такое здесь? Что, драться расхотелось? Давай быстрее, Геральт. Нажал же. И что, здесь просто так это место? Просто дерево, просто... Да. И что самое интересное, меня еще игра не ведет. Она же обычно вела. Что-то я заблудился все. Он определенно шел туда. А, здесь лестница, я ее, кстати говоря, не заметил. Потому что здесь же очень светло в этом помещении. Подожжем, что ли? Залази. Ужаснейшая пещера, ужаснейший путь. Жиратель. На скельге, ребят, больше не ногой. Ну ее в жопу. Мне не нравится. Мне не нравится, ребят, этот скельге. Это рассекли пополам. Да-да-да. Неужели я вышел? Почему нельзя простой какой-то путь было сделать? Алло, откройте. Нужен ключ. Кстати, ТПшка здесь появился, это хорошо. Это хорошо, что ТПшка есть. Кладовка великана. Порядочно он их насобирал. Но Хьялмара здесь нет. Надо еще поискать. Хьялмар точно здесь проходил. Подожди, а у меня же задание вот сюда же, да, тоже. По кузнецу же. Я же по кузнецу сюда задание. Бриллиант. У меня же по кузнецу сюда задание. А что получается здесь?
Вы где? Господи. Чего я должен искать? Взрывайся. Молодец. Откуда они выскочили? Отсюда? Какая кладовка, такие и мыши. Он шел в ту сторону. Так, он шел в ту сторону, хорошо. Великаны эти помостки выдерживают, интересно. Он же здоровый. Бля, я заебался искать уже, если честно. Так, великан пошел сюда. А этот побежал туда. Великан пошел туда, видимо, куда? Куда-то туда. Сколько мы еще бегать будем? Я устал, честно, ребят, бегать. Вот просто вот. Даже не знаю, что лучше. Диалоги, наверное, лучше слушать, чем вот бегать-то. Мы бегаем просто кругами. Закрыто. За ним шел этот, да, видимо. Ну что ж, как угодно. Да меня-то не бей, дебил. Да успокойся ты. Нашел хоть одного живого. Неужели? Весь остров обегал. Весь. Спасибо, Белоголовый. Если бы не ты, мне бы пришлось гораздо тяжелее. Теперь нужно перевязать Лейфа. Эти суки ему чуть кишки не выпустили. Изо всей дружины только мы вдвоем и остались. А, кстати, может, ты не слышал? Я Хьялмаран Крайт, и я никогда не забуду, что ты помог мне в беде. Геральт из Ривии. Тот самый Геральт из Ривии? Из песни о чародейке и ведьмаке? Так ты еще жив? Как видишь. То есть, прости, я просто думал, это было очень давно. Отец рассказывал мне о твоих приключениях. И... Что ты делаешь на Ундвике? Меня прислал твой отец. Ты нужен на Ардскеллиге. Это невозможно. Отец знает, что я не вернусь, пока не одолею великана. Ситуация изменилась. На Ардскеллиге будут решаться судьбы всего Скеллиги. Выборы короля. Судьбы Скеллиги решаются здесь. Если я свершу это деяние... Значит, боги предназначили мне быть королем. Другие кандидаты уже ждут в Каэртрольде. В таком случае надо торопиться. Пора выйти на бой с великаном. Ты со мной? Ну, как я понимаю, ты собираешься сразиться с гигантом, независимо от того, помогу я тебе или нет. Конечно. Но сперва надо перевязать Лейфа и куда-нибудь его перенести. Мне кажется, он уже готов. Лейф умер. Что? Нет.
Он просто без сознания. Он потерял много крови. Он умер. Я в этом понимаю. Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Пойдем. Да. Так. Шнурки забираем. Все забираем, ребят. Пошли быстрее. Стой этой. Идем. Шире шаг. О. Совсем как крах. А, кстати, гвозди же просил, да, он там что-то это... Просил гвозди, говорит, будешь в деревне, возьми гвозди, что-то там еще. Ну, выходи, Гер. Так идем-то мы куда, получается? А, вот сюда, к великану. А я думал, там, а там что вот здесь, вот что? А, здесь ли, слушайте-ка, а здесь не финал ли игры будет вот в этой башне? Что-то я это, да. Так, мне дранк нужна, подожди. Ага. Да что ты делаешь? Господи, я тебя просил. Поджигает он здесь. Поджигатель. Говорю тебе, это огромный выродок. Я слышал. Ты не слышал, ты видел, Геральт. Быстренько осматриваем. По заданию тоже, чтобы этому тоже отнести. Гвоздей. Ой, как все долго. Все это, конечно, лутается, ребят, долго. А дранку-то где взять? Сказал, гвоздей и дранки принеси. Уж, говорит, деревня. Принеси, говорит, гвозди и дранки. Ну, гвоздей я нашел. А дранку где взять? Может, там задание есть отдельное? Спросил дурь, где Кирис, очень принести украденный рог Матиусу. Что-то я так и не понял. Но гвозди я нашел. Не знаю, надо внутри искать, нет? Зачем я этим занимаюсь, вообще не знаю. Я ведь мог этим вообще не заниматься. Просто пройти быстренько. Так. Надо не сюда, надо туда. Мы были. Наконец-то я до него добрался. Ты еще до него не добрался. Ты куда идешь-то? Туда нам идти? Понятно. Пошли. Что-то не понял, дранку эту я не нашел, гвозди нашел, до хрена гвоздей, а дранку я так и не нашел. Говорит, будешь в деревне, принеси, ну гвозди есть, да, гвоздей набрать, а дранку я не знаю где там брать. Геральт, помоги мне это разломать, отсюда мы точно дойдем до пещеры великана.
Так там же можно пролезть. Я говорю, мы искали сколько? Полчаса, наверное, да? Даже больше, наверное. Все холоднее. И в итоге... битва с боссом, ребят. То есть мы бегали полчаса, чтобы просто подраться с боссом. Все, то есть... На самом деле, все 5 минут, на самом деле, делается. Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся! Ключ, наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт! Ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Выпустим его. В бою с великаном лишний меч не помешает. Даже в руках безумца? Я все слышал, Анкрайт! Выпустите меня сейчас же! Жди здесь, я найду ключ. Я его разбудил, потому что я бегал, да? Нельзя было бегать, надо было ходить тихо, да? Я понял. Так он вафельный. Кон вафли, да, мы его три тычки, он уже все. Я думал, он серьезней будет. Этому пизда. Всех загубил. Этот сдох, да, получается? Ты же вафельный. Вообще ни о чем. Бедный Виги. Надо было его выпустить. Не вини себя. Никто не знает, что бы выкинул Виги. Очень может быть, он бы набросился на великана с кулаками, едва выйдя из клетки. С ним все могло сложиться совсем не в нашу пользу. Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Хьялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Я хочу еще осмотреться. То есть... Когда встречаемся на берегу в гавани? Да, я бегал 40 минут. Искал по каким-то сраным пещерам. В итоге бой сколько был? Минуты две? Даже минуты-то две был бой? Ключ. А, вот ключ был. Две минуты хотя бы бой у нас был. То есть 40 минут мы бегали просто по острову. Охренеть. Вот это, конечно, не очень, ребят. Это, да. Сейчас обыщем тут. Ко мне что получается? Подожди, мне все это задание что? Да нет, дополнительное. Ну, почему у меня скидывается-то? У меня что, все что ли получается? Я правильно понимаю? Родовой меч. Кулаки ярости.
пойдем принесем рог, кстати говоря. То есть никакого тебе сундука с наградой крупной не будет, да? Понятненько. Я не понял, так с холщовкой с этой, что-то там по заданию же надо было. Я ничего не понял, ребята. Деревню-то мы нашли. А, кузня здесь. А по заданию, подождите, еще у меня же задание было, типа, мастер-броник. Инструменты на удвике. Да, вот инструменты. А, мне не инструменты, мне... А, понял, я думал... Я думал, ребят, мне надо какого-то человека разыскать, а мне надо инструменты был разыскать. Да хватит тебе зажигать всякую хрень. Зажигает он... А здесь что у нас вот в этом что? Ой, пойдемте сходим туда-сюда, хожу, что-то какие-то про... мне не нравится, я уже говорил, ребята, я буду дальше это говорить. Большие просторы, а толку нету. То есть бегаешь, вот ждешь что-то, а ничего нету. Ничего, ребят, нету. Перелезь. Вот так, хорошо. Где она? Где она, ёпта твою мать, там где-то упала. Ко мне это бесит, я не знаю, ребят, мне это бесит просто, я не знаю. И сюда падла. Летучая. Где-то летает она там. Чем здесь найдем? Не знаю, зачем я лезу сюда, не знаю. Вообще будет ли что-то здесь? Потанцуем? Угу. Через стену. Ай, господи. Героин. Пиздец. Где она? Да господи, как бесит. Бесит, просто бесит. Давай, выйди нахуй отсюда. Мы ее убьем сегодня? Нет. Ну ты прилетишь, нет. Падла, блядь. Упади. Конечно, ты упал куда-то на край. Неужели, блядь? Нет, 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 нет. Идите нахуй. Убери. Нет, 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 Геральт, туда не падать. Запрещаю. Это я все сделал, ребят, чтобы для того, чтобы зайти сюда и зайти вот сюда. И здесь в сундуке найти нечто... Что же мы здесь найдем? Закрыто, а здесь нужен ключ. Ты представляешь? Здесь нужен ключ, которого у меня, конечно же, нету. Как прикольно. Наверное, по заданию, да, тоже по какому-нибудь. Холщовка-то где, блядь? Какая-то там холщовка, холщовка нужна. Хотя я не знаю, зачем я, что там делал, какая холщовка мне нужна. По заданию, типа. А где это задание, я не знаю. Ну, я к тому, что... Вот здесь вот это задание. Это вещи для заданий. А я не вижу этих гвоздей здесь. Вот эти гвозди. Необходимо для задания. Предмет необходимо для задания. Хорошо.
Я не против. Я не знаю. Потом как-нибудь выполним. Я даже не знаю, где это задание странное. Пойдем теперь здесь поищем инструменты. Здесь мы были, здесь же тролль, да, по-моему? Здесь тролли. Так, не здесь этим. Инструменты где-то здесь. Возможно, они где-то ниже. Возможно, они где-то здесь. Да, они, видимо, где-то здесь. Шел в жопу. Это должна быть та самая кузня. Поищу инструменты. Да, ну как кузня. Кузнечные инструменты, но все в орнаменте. Так, ага, серебряный меч. Должно быть, о них Иоанна и говорила. Так, принеси инструменты Фергасу. Так, еще одно здание мы закрыли. Надо будет вернуться и обязательно это сделать. Так, теперь, что у нас задание с тобой? Мастер, родовой меч... Спросить ценный груз. Отдать меч. Пойдемте отдадим. Пойдемте отдадим с вами меч. Дебильный остров мне не понравилось. Большой бестолковый остров, ребят. Большой бестолковый остров. Даже, вы знаете, бегать здесь неохота. Знаю я таких, как ты. Даже вот не знаю, знаете, ребят, у меня такая дилемма, я даже не знаю, бегать мне здесь по заданиям, там, по этим вот нычкам, потому что, честно, не особо охота. Мама, а что ты готовишь? В том плане то, что неохота, ребят, потому что все как-то это. Ура, мой любимый! Сейчас будет готов. Не мешай в работе. Не выедай все глаза, оставь что-нибудь. Приветствую, путник. Я нашел украденный рог и убил воров. Досадно. Люди-то были не злые. Они не оставили мне выбора. Как насчет награды? Возьми. И в следующий раз убивай лучше чудовищ. Ну, извини. Ой, ты чего только люди не выдумают? Тут девок. Недовольны еще. Очко одно дали, очко опыта одно, прикинь. 20 крон, серьезно? Ну хватит уже. 20 крон. Погодите, погодите. Вот это и а здесь есть кузнец какой-то у вас или что у вас тут? Наверное, туда, если выше, да, наверное, там, наверное, кузнец есть. Ладно, задание. Дополнительное задание. Давайте вот эта карта мира. Найти лагерь воров рядом с обелиском. Да не кричи ты, господи. А тут овца. Куда я бегу, непонятно, да? Господи, ну у вас здесь есть одни... Ужас. Вот это голова. Одни горы. Не то, что мой обувь. Чуть не туда ногу нахуй сломал, а то и бошку. Кузнеца здесь у вас снизу нет. Наверное, кузнец, если есть, то, наверное, сверху, да?
Да, здесь одни какие-то плотники. Мне подточиться бы надо. Ты говоришь, продаться говно всякое можно продать. Купить чего-то. Поторгуем. Так, объем седальных сумок 100-100, это хорошо. Так, а что я им продам-то? Да ничего я им здесь не продам. На, вот это вот все говно забирай. Четыре килограмма. Вот это тоже все забирай. Ага, у нее недостаточно денег. Ну ладно. Бывает. Продал за копейки, кто-то скажет. Ну а что поделать? Что, ребят, поделать? Поздравляю с удачной работой. Ну, да. Продавать-то надо. Так, поехали дальше, получается. Чё тут открылось, да, я тут что-то взял, да, тут вот, видите, пооткрыл. По морю, честно, я плавать не хочу, ребят. Вот честно, вот по морю просто плавать, там сундуки лутать. Вот здесь, смотрите, сколько, да, плавать надо. Тупо плавать, сундуки лутать, ребят, я не хочу. Это очень такое себе занятие. Моей маленькой мёртвой... А башку ты ему отрезал? Такое себе занятие. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? А где у него эта точилка? Вот всегда думал, что... Кого еще несет? Хорошо, хоть здесь точилки есть. Мое почтение, ведьмак. Да, мое, твое. Мое твое почтение. Пойдемте здесь возьмем задание тоже с доски, тогда посмотрим. Эй, ты! Подожди-ка. Вас с него не... В чем дело? Я вижу, ты человек в боях и походах искушенный. А мне помощь нужна. Видишь, какое дело. Я о сыне беспокоюсь. Ушел он из дома и вторую неделю не возвращается. Ты не посмотришь, что с ним. Где мне искать твоего сына? На развалинах крепости, к востоку отсюда. Он пошел туда с какими-то бродягами с Фарер. Он в таверне с ними познакомился. Задурили ему голову разными историями про какие-то тамошние сокровища. Говорил я сыну, на Фарерах одни лжецы. Не водись ты с ними. Ну так ему же лучше знать. Как его узнать? То, что он не слушает отца, свойственно почти всем молодым людям. Зовут его Ольве. Веселый, шепелявит чуть-чуть. С виду-то он неприметный. А еще, когда он уходил, была на нем желтая рубаха. Красивая. У нас в деревне ни у кого такой нет. Он ее от меня получил год назад, на день рождения. Этого, наверное, хватит. Я поищу, но ничего не обещаю. Пропавший сын. Поищем, если получится. А помнишь, как в том году Йовы сорвался вместе с конем со скалы? Так. А медом тебе жопу уже намазали? Что здесь делать? Митинг какой-то есть, задание. Поговорить с Лотаром. Родовой меч, кстати говоря, да, подождите. Ну, пойдемте с Лотаром поговорим. В матче. Пропавший сын, 29 уровень, кстати говоря, нам рановато еще на него. Пойдемте с Лотаром поговорим. Какое-то задание взяли. Мечи бы надо отремонтировать. Фрейя, смилуйся. Кому я дом оставлю, если Тьялве умрет? Кто род продолжит? Могу я тебя оторвать от молитв?
можешь. Они все равно ничего не дают. Говорят, на тебя наложено проклятие. Ну да. Гляди. Видишь лошадиную голову на жерди? Это... Нитинг. Разновидность проклятия. Я уже видел такие. Они приносят несчастье, иногда даже смерть. Да. На нем вырезано имя моего первенца. Тьялве. У него лихорадка, он слабеет день ото дня. Боюсь, прежде чем сойдет луна, мне придется его хоронить. Я сам пытался снять проклятие. Все напрасно. Я могу тебе помочь двумя способами. Во-первых, я могу уговорить того, кто поставил Нитинг, чтобы он сам снял чары. А могу отразить проклятие обратно, написав имя проклявшего на жерди. Так или иначе, надо знать, кто за этим стоит. Но я никому не навредил. Я не знаю никого, кто мог бы желать мне зла. Значит, придется поискать. Нитинг. Нитинг. Могущественное проклятие. На древке вырезано имя. Тьялви, сын Лотара. След свежий. Здесь стоит осмотреться. То есть недавно, да, это было? Опа. Это что? Женская шаль. Характерный узор. И характерный запах. Так. Да я понял. Геральт, хватит нюхаться, и нюхает. Да ты чё, Геральт, вот. Нюхай, Геральт. Женский запах. Знаешь, какая-то женщина, значит, кому-то он отказал, и она его прокляла. Сейчас будем разбираться, что за баба такая скверная. Ладно, на него, да, проклятие, на ребенка на его. Охренеть. Слишком много запахов. Дальше нос меня не поведет. Надо расспросить об этой шале. Кто для тебя эта чародейка? Йеннифер, да? Да. Чего ты хочешь? Может, знаешь, кто носит такую шаль? Конечно. Йона, наша травница. Она вон там живет, в той хате. Вот она обрадуется, что ты ей принес пропажу. Mm-hmm. Ну да. Очень обрадуется. Вот в той, ребят. Поняли? Здорово. Ну, вроде как великан. Я нашел твою шаль у дома Лотара. И Нитинг, который ты там поставила. Откуда ты знаешь? У меня были только подозрения, которые ты подтвердила. Ты знаешь, что Тьялви одной ногой в могиле? И хорошо. Этот ублюдок вообще не должен был родиться. Это я должна была выйти за Лотара. Я. А он бросил меня ради этой неряхи. Пусть теперь получит свое. Он и его хренова семейка. Ты убьешь ребенка из ревности? Это правда? Тут не в ревности дело, а в гордости. 10 лет мы жили вместе. 10 лет! Я ему готовила, портки стирала, ложи с ним делила. А он бросил меня вот так, без единого слова. Вся деревня смеялась. Ну и глупая же эта Йона. И ведь сдалась. Вот уж нет. Не сдалась. И не забыла. Я хочу, чтобы ты сняла это проклятие. Я это сделаю. Но только если Лотар отречется от сына и вернется ко мне. Я передам ему твое предложение. Но, кажется, уже знаю, каким будет ответ. Охренеть, ебанутый. Резал. Такая башка великана над очагом. Вот это украшение. И лучшее оружие да. Ни к чему. Если слабая рука его нет. Правда? Бабы-то вот поехавшие. И как? Ты знаешь, кто поставил Нитинг? Твоя старая знакомая, Йона. А я должен был догадаться! Завистливая сука! Чужое счастье ей глаза колет! И что? Снимет она проклятие? Только если ты отречешься от семьи и вернешься к ней. Нет. Никогда!
Я бы опозорил и жену, и сына. Обрек бы их на нищету. Ты должен отвести проклятие. Пусть она умрет. Может, ты и заслужил наказание, но не такое. Я сделаю это. Слава богам! Не вмешивай в это богов. Это дело только вас двоих. Без проблем, давайте. Я согласен. Лучшее средство... Н-А. Лишь бы это было легкое. Все, он развернулся, видите? И как? Получилось? Получилось. Твой сын скоро должен прийти в себя. А Йона умереть. Спасибо тебе. 100 раз спасибо. У меня дороже сына ничего нет на свете. Я бы не вынес его смерти. Вот твоя награда. Поешь с нами перед дорогой. Нет, что-то мне не хочется. Что от хлопот? Лучшее средство. Вот так вот, вот такие женщины завистливые. Опыт один. Хорошо, классно. Мне нравится работать за опыт один. Опыт один дали, представляешь? Найти лагерь. Пойдемте лагерь найдем. За 60 крон работали. Ну ладно, мы за идею, мы не за это работаем. Пойдемте сюда, что ли, сходим? Да и серию надо заканчивать. Родовой меч, ребят, в следующей серии пойдем делать. Лагерь бандитов. Большие там бандиты-то. Потанцуем? Понятно. Куда ты, блядь, отходишь, чтобы стрелять, да, падла? Ценные окаменелости какие-то. Взял. Не знаю, что за ценные окаменелости, ребят. А там, по-моему, что-то еще есть, да? Вот там вот. Запрыгивай. Пойдемте посмотрим. Здесь, наверное, какую-то это можно, наверное, бандит, наверное, захватили. Да? А, нет, эти. Наверное, можете освободить, да, и... Топца. Да, Герлик, ну, блядь, ну, бей. И все. Да, освободили поселение. И меч мы пойдем с тобой. Задание по мечу пойдем в следующей серии делать. Ну, 120 опыта, нормально. Что-то долго их нет. Так, ну, завоевывают признание на Скеллиге, Герр. Именно так. Так. Ну, пойдем найти лагерь воров рядом с обелиском. Ладно, пойдемте найдем, пускай будет тоже попадет, так сказать, в эту серию. А почему сюда нельзя? Почему им надо было направо идти? Почему-то GPS меня вел именно по правой дороге, хотя можно было по левой дойти. А лагерь, потому что сверху, да? Угу. У тебя сегодня плохой день. Быстрей! Обязательно.
Обязательно я покойник дам. Все. Изи карточка, как говорится, ребят. Изи. Так, и что мне теперь это все теперь нести назад? Выследить воров в старом форте. В смысле в старом форте? А, там типа записка про то, что, мол... Я думал... Да. Ладно, сейчас добежим до селения, до ближайшего этого. Блять. Плотва. Ну, плотва. Давай. И ты-то меня не подводи. Так, нам куда лучше? Нам еще лучше вот сюда, да. Курган, а как туда зайти, в этот курган? А где вход? Тут не говорит, что вход где-то вот здесь вот. Видимо, да. Опять темища. Всю жизнь по потемкам. Нет. А вход-то как туда зайти? Не понял, подожди. Тупой. Ну как тупой? Тут порой еще догадайся, как вообще зайти. Просто курган. Здесь тоже курганы. Здесь есть заход, вот этот, он один. Как туда, блядь, зайти, игра? Не знаю, не хочет, чтобы я... Она не хочет, чтобы я туда заходил, видимо. Наверное, где-то через какое-то интересное место. Может, где-то дырка есть. Может, где-то какая-то небольшая пещера есть. Рядом вход в виде пещеры. Вот как я должен догадаться? А, дебил. Здесь живот прям под пещерой есть. Дебил. Да, Димка, да. Ну, старею, ребят, что поделать. А здесь где-то эти ресурсы. Вот такое. Да я просто не полностью оббежал. Мне почему-то показалось, что я ее полностью по кругу оббежал. На самом деле я как-то не полностью ее оббежал. Объявлений, доски объявлений, это конечно классно, а мне бы да, вот ТП-шку, да.
Пропавший горняк. Заказ. Эй, ведьмак, у меня для тебя есть предложение. Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать исключение. Кроме того, редко выпадает возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги. Самим Джанго Фреттом. И зачем славному Джанго Фретту понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гроссбор? Ты на них охотишься? Да. Порядочные гниды. Их трое. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Их легко узнать по желтым шляпам. Едва их завидев, люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает, эти трое и дома поджигать любят. Нет, я их не встречал. Если встретишь, будь осторожен. Они могут всадить нож в живот вместо «здравствуйте». Не думаю, что они станут связываться с ведьмаком. С них станется. Ну ничего, я скоро отправляюсь на юг, там я их еще не искал. Бывай, может еще свидимся. Грустная история братьев Гроссборд. Новое задание. Так, ладно. В следующей серии мы идем с тобой вниз. Мы идем с тобой вниз вот сюда, тпхнемся, да, отсюда пройдем сюда, сходим здесь по заданию. И так далее, и так далее. И тут куча заданий нам еще привалило, будем их тоже выполнять. И так далее, и так далее. Увидимся в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.